открытый чемпионат по многоборью спасателей. Он происходит каждый год. С 99-го года, в 99-м году были первые соревнования. В этом году 18-й открытый чемпионат. Он происходит по правилам, которые представляют собой служебно-прикладной спорт, который называется многоборье спасателей. Собой основная цель является, что у нас с вами? Это повышение профессионального мастерства наших спасателей при проведении производственных работ.